Всем привет, с вами Ягуар Щадин, и это свежий выпуск ягуарских новостей. Приношу извинения за то, что я не выпускал новые выпуски, а из-за того, что мой город Якумовск был второй раз взломан тем же человеком, которого зовут Рамик. В реале его зовут Дмитрий Насеткин. В общем, он второй раз взломал мой город в Майнкрафте, изменил карту. В общем, он поменял карту, и вместо Якумовска появился ад. То есть адский мир. Ну и дальше был какой-то стол с надписью, с оскорбительными надписями, и так бла-бла-бла, оскорбления, точнее, дразнилки и все такое. В общем, друзья, он по полному забанен, поэтому он больше сюда точно не придет, наверное. Ну и напоследок хочу сказать, что эту карту нужно постоянно. Упс. Так, ребят, приношу извинения, просто произошли технические, можно сказать, шоколадки, поэтому перезапустил серый, чтобы избавиться от лагов. Так, ребят, я снова здесь, на том же месте, где я начал видео. В общем, предыдущее видео у нас было про торговый комплекс, вот, ТК, можно сказать, Курчатовский. В общем, как я рассказывал ранее, второй раз был взломан, но мы, к счастью, восстановили. Ой, дождь начался. Так, в общем, ребят. В общем, что я думаю над одной фишкой? В общем, нужен специальная прога, чтобы каждый день сохраняла карты за определенный день. Но это как-нибудь потом сделаю. Но сегодняшнее обновление — это живой комикс «Сибирь». Спросите, почему я решил выбрать такое название? Потому что эти дома окрашены в белый, лаймовый, черный, хотя тут серый. И зеленые цвета. Чем-то похоже на флаги Сибири. Но это разве что цвета флаг. То есть цвета Сибири. То есть белый и зеленый. Но если белое, черное и зеленое, то это Урал. Цвета Урала. Ну и давайте посетим один из подъездов. Вот так вот выглядит подъезд, всего по 4 квартиры в каждой. И имеется лифт вместо лестницы. Заходим туда. Все, пролез. Тут у нас вот такая кухня такая вот вместе с коридором. Гостиная. Вот, и туалет. В общем, извиняюсь, ну, еще раз за очередную паузу. В общем, в этом живом комплексе всего два дома таких вот одинаковых. И в каждом доме по 3 подъезда. Вот. Ну и выглядит нестандартно. Вот так вот все это выглядит. Дома одинаковые, квартиры в домах тоже одинаковые. И самая главная фишка этого жилого комплекса в том, что рядом с двумя жилыми домами находится лес. Вот такой вот маленький лесок. Возможно, я из этого сделаю лесопарк. А, хотя и нет, ребят, я, сказать, не догадался, что это тот самый лес, что я делал для заповедника в гостях у Сиреноголового. Вот он. А я думаю, что за лесок рядом с этими живыми домами? Ну что ж, друзья, вы думали, что это будет уже конец, еще новых выпусков про Якумовск не будет, но как бы не было бы грустно, но к счастью, Якумовск восстановлен. Поэтому веселимся, радуемся, заходим ко мне на сервер. Ну а с вами был Якумовск2001 и мой город Якумовск. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся и пишем свои идеи, что построить. И конечно, заходите ко мне на сервер. Ссылка на сервер в описании, ну и требования тоже. Все.
вами был Якунск 1 и наш город Якунск. Всем пока. Пока.